Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like of Game. Мы, как уже вы поняли, продолжаем прохождение замечательной игры Hide and True Time. И сегодня будет у нас с вами Сказание Викингов. Это DLC, который я до этого приобрел. И почему, по какой причине я начал перепроходить эту замечательную игру. Вот, давайте посмотрим, что у нас тут. 9, 13, 20, 39. Офигеть! Я не знаю, ну посмотрим. Может быть, по 5 буду делать, может быть, по 6, по 9, в принципе, будем делать. Посмотрим. А хотя какой 39? Подождите, не 39. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, 10 всего лишь. Ну давайте, я думаю, по 5 или по 3 сделаю, в принципе. По времени посмотрим. Сегодня первое задание называется у нас даже не задание, а локация злодея Локи. Ну, поехали! Злодеяние Локи. Хорошо, давайте. Локи хотел отомстить Брырату за насмешки, поэтому спрятал его молот и взамен... Что принес обычный? Так, молот — это значит, где оружие, да, должно быть? Вот оружие. Молот я вижу. Слышите звук? А это не оно? Оно. Он спрятал жерелье Фрей, чтобы... кто-нибудь его случайно съел. Так, на столе, походу, это съел. Или здесь, или здесь. Давайте смотреть. Ребята, если видите, то обязательно кричите. Где же, чтобы случайно съел, да? Съел. Но оно где-то тут должно. Или тут, или тут. А, хотя вот тут же еще и есть. Смотрите. Блин. Так, нету, нету, нету. Ну, на этом точно нету. Олег. Может, тут где? Вот, может, тут, где в овощах, нет. Где же? А ну вот же оно, да, вот же передо мной прям. Так, желая отомстить Одину, он превратил Минина, я не знаю, кто такой Минин, это бог какой-то, наверное, старости, одного из воронов жаб. Так, одного воронов и жабу, где-то ворон, вот, ворон был. А вот и жаба, вот, смотрите, он сидит по тронам. Так, он отравляет еду смертным, которые дерзили и насмехались над ним. Это тоже где-то рядом с едой должен быть, да, я так понял? А это не он? Это он, да? Видите, какой я молодец. Он спрятал медальон Валькирии в груду сокровищ, чтобы она никогда его не нашла. Но он где-то тут. А, ну, вот он. Ну и птичка. Так, примостившись как можно выше, он рассчитывал, рассказал Локи о насмешках богов. Так, на дереве, я так понял, да? Так, где повыше? Тут нету, это самое высокое. Тут нету. А вот он сидит, бедолага. Ну, давайте. Отлично. Ого, деревня альвов. Кто такие альвы? Хотя бы, знаете, это эльф, походу, смотрите. Так, а для нас... Так, а для вас вилку положили, забыли. Что? Какую вилку? А для вас вилку положить забыли. Вилку? Давайте дома, наверное, сразу откроем, если что. Чтобы нам полегче было найти эту вилку. Какую вилку? Я I don't know, если что. Так, а вторую что у нас? Мне пришли в голову попытаться сделать новое удобрение. Так, ну это кто? А кто новое удобрение делает? Это в домах, наверное, кто-то. А что тут, эльфийка? Нет. Так, ну и что тут? Новое удобрение. Серьезно, вот он, да. Замечательно. Так,
По крайней мере, стул... Тут удобный стул, тут удобный. Где кто, кто сидит? Тут вот сидят люди. Это грибочек даже, кстати, а не стул. Че, откроем парочку? Так. Хотя бы тут стул удобный, да? По крайней мере, стул тут удобный. Здрасте. Просто не все открыл, поэтому. Так. Вы продаете такой долгий путь. Вы проделали такой долгий путь, чтобы меня удивить. А ну вот она, ведьма, да? Я ее, судя, даже сразу и нашел. Новый промах. Придется доставать новые стрелы. Так, смотрим, кто вообще стреляет. Кто вообще что стреляет? Вот, вижу что-то. Оружие тут. Я сохраню яйцо. Яйцо, яйцо, яйцо. Так, а что тут? Это желудь или что это? Я еще чуть-чуть, и эта штука упала бы мне на голову. Так, яйцо, желудь и вилку. Отлично. Ля ты, Мишка, ну вот. Мишки чуть-чуть не упало. Хорошо. Так, а что с вилкой-то? Для нас вилку положили, забыли. Вот типа кафешка это местные, бананчики тут, смотрите, тыквы. А, ну вот и она есть. Понятно, понятно. Что ничего не понятно. Так. Я сохраню яйцо. Вот птичка. Нет? Новый промах. Я просто не вижу, кто из них даже стреляет, если честно. А вот у тебя яйца есть, это нет? А, ну, я сохраню яйцо, но вот как я могу догадаться, только по яйцам, в принципе, определиться. Так, тут что? Тут тоже какие-то колдовские вещи у нас. А, ну, смотрите. Вот. А вот и он, и колчан. И колчан мы с вами нашли! Отлично. Так, ритуал. Ну, тут короткий, в принципе. Сейчас мы с вами на раз-два это все пройдем. Так, один с... Один сверху все видит. Нет? Маленький такой. Один сверху все видит. А ты нет? О, ты подходишь, да. Отлично, это штуки. Так, стой, дома откроем. Эти штуки только есть только в определенных части леса. Ну, вот они. А, да? Я же на второй же гриб нажав уже нашел его. Нифига себе, ну ладно. Берегитесь, кинжал выпал из церемониального одеяния. Чё? Вот, это ты? Великан умер с мечом в руках. Великан же огромный должен быть, да? Вот. Я по рукоятке чисто увидел его. А, вот и великан, нифига себе. Так, а ну я где-то видел. Вот, это ты? Да. Они идут все глубже в лес. Надо предупредить конунга. Осторожно, не споткнись об эту штуку, когда пойдешь на церемонию. Так, вот церемония. Чё тут как? Чё? Это ты? Это ты.
Он сам хотел участвовать в ритуале, не волнуйтесь. Так, это в домах, походу, шаман тут. Ага, вот он. Смотрите, отлично. Так, ой-ой-ой, охота для рыбалки, нифига себе. Отряд для рыбалки, какой охота для рыбалки? Так, мы обычно не используем такие лады. Ладьи это как фигура, знаете, шахматная. Но не могу признать, что это отличная посудина. Как-то он должен отличаться, я так понял, да, лодка? Так, они все с полосками. Вот, кстати, это она? О, серьезно, да, просто она, видите, отличается от всех. Угу. Нет ничего лучше, чем поездка отца и сына на рыбалку. Так, мужик и пацан должен быть где-то рыбачить. Так, я так понял. Вы? Нет. Подожди, а почему не вы? Он похож. Угу. Нифига себе великан. Это, знаете, кстати, напоминает мне из «Игры престолов», там великан, где, помните, был, тоже сражался. Два брата великана, они сражались на стороне северян. Так, она пряталась за носовой фигурой корабля. Мы ничего не заметили. Так, носовой фигуры корабля. Носовой. Кстати, я вот эту баранину увидел, что это такое. Слава богам, еда со мной. Надеюсь, огонь не покинет эту лодку. Да, не перекинется на лодку, там написано. Я уже от себя чин добавил. Где же ты над собой? Вот. Это не приманка, ее надо вытащить из воды. Так, это не приманка, да? Ага, надо смотреть. Тут что ловит? Еще за сердечко тут плавает. Это оно? Оно. О, кстати, знакомый медальон, проклятие мой. Так, проклятие, мое жерелье упало в лед. В лед? Вот лед. Что тут нет? Тут ничего нет. Тут нету. В лед, вот она. Так, он поедал мертвого дракона, наверное, это вкусно. Че? О, нифига себе, сразу же. Так, кстати, где-то я видел вот эту. Где-то уже попадалось мне, кстати, на глаза. Они отлично работают, вынудили огромный меч. Где-то, я где-то видел, да, я вам отвечаю где-то. А вот отвечаю, ребята, вот она. Нифига себе, как быстро мы прошли ее. Кузница, нифига себе, кузница. 6. Ну давай. Новый молот сильно отличается от предыдущего. Новый молот сильно отличается от предыдущего. Чё? Я просто случайно нажал, хотел так сделать. А чё это такое было? Никакого колдовства. Никакого колдовства без волшебных рун. Ха! Вот это волшебство реально просто тыкнул. Случайно. Хотя тут маленькое, в принципе, тут куда ни тыкни. Нет, это не дома, это печь. А вот, кстати, молот я вижу. Вот они говорят про молот. Но молот сильно отличается от предыдущего. Вот он. Он не раб, просто всегда готов помочь. Так, нет, похоже, нет. Раб, но всегда готов помочь. Во. Так. Его с помощью Один следит за великанами. Птица должна соблюдать осторожность, иначе и из ее сделают шашлык. А, вот она. Как раз тут недалеко. Великан, это не уголь! Это не уголь! Остановись! А, вот уголь. Так, вот уголь. Вот уголь. Надо смотреть где-то. Вот уголь. Не знаю, чё. Чё мы нашли? Вот и опять, вот чисто случайно, блин, она реально до того маленькая карта, что как я мог найти вот эту? Я бы никогда в жизни бы, я бы тыкал просто.
Офигеть. Методом тыка. Он месяцами не мылся. Сейчас самое время пришло. Так, кто мыет? Вот, вижу. Они... Вот и доказательство того, что мой шлем вовсе не велик. Вовсе не велик шлем. Вот шлема, шлемы. Где-то здесь должна быть лишний череп ворона, так? Лишний череп ворона. Череп вижу. Нет? Череп, череп, черепа вижу. Череп ворона. Чё? Да, это он? Офигеть. Так, ну и последние два. Ну ладно, живым путь закрыт. Чё-чё-чё. А насчёт мёртвых? Ну ладно, так. Столько народу, а стул один. Так, куда у вас очередь? А вот и... Замечательно, ребята. Так, следующее. Так, а что у нас? Подождите. Подождите. Сколько мы прошли с вами? Режим сюжета, сказание викингов. Сколько у нас осталось? А тут нельзя увеличить. У нас, по идее, осталось 1, 2, 3, 4. А что, может, мы сразу за раз теперь сделаем тогда? Игдраскиль. Чего Игдраскиль? Офигеть. Что за Игдраскиль? Ёшкин батошкин, это что за Игдраскиль? Офигеть. Ну давайте. Дракон царить, офигеть. Надо приблизить для превьюшки. Так, ладно, смотрим. Что нам нужно? Нам нужно, во-первых, козел, тотем какой-то. Камень опять, кстати, руна. Это помните руну, которую я случайно... Может, я опять на руну случайно наткну где-то? Ха! Так. Она ест листья деревьев. Дерево. Я ни за что не угадаю, что у нее выменили вместо молока на мед. Чего? Это я прочел, не понял, что прочел. Она ест листья дерева. Ни за что не угадаете, что у нее в выбине вместо молока. Шо, мед? Так, подожди, она медовые, походу, ест какие-то, значит, да? Медовые, медовые. Она ест листья. Листья деревьев. Я что-то не вижу, чтобы кто-то ел. А, нифига себе! На самом верхушке забрался. А, три ведьмы придут нить судьбы. Каждого человека. Их магия очень сильна. Вот они, ведьмы, три ведьмы. А, да, нифига себе. Миру, блин, что так мелко написано? Мир. Чья готовая голова находится в запад... Чё там, телефон нет? Западного источника знает все права. СМС какая-то пришла. Права не знает, не тело. Я не знаю, что тут даже написано. Чья говорящий голову находится у западного источника знает все. Правда не знает, где его тело. Какого источника? Ой, вот это сложно, наверное, будет, ребят. Вот это чересчур сложно будет. Кости найти его. Так, что у нас следующий? О, у нас любимый наш этот. Только один знает, что обозначает эти руны, но... Нет? Это он? Это знак Ютуба же! Ой, в этот раз мы его, кстати, легко нашли. Фух. Фух! А вот кости, кстати. Смотри. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Что? Даже конунги подаются магии, просто следить за костями. О. Вот я опять чисто случайно нашел. Хотя игра тут вся чисто случайности так находить. Источник силы в одной из ведьм. Тоже где-то тут должно быть, да? А, поджигать даже можно.
Так, источник силы одной из ведьм. Вот он. Оно. Оно. Молодец. Корни Игнуса творят чудеса. Это оно? Оно. Ну, он, в принципе, видите, палим, ну, прям сразу бросается в глаза. Так, драконы любят сокровища. Это всем известно. Вот дракон. Где сокровище? А это алмаз, типа. Вот и дракон. Так, а где-то я видел, или я в другой части видел. Птицы с Игнуса вьют гнезда только с золотыми, в золотых ветвях. Вот золотые ветви. Хотя золотые ветви, это я не знаю. О, вот, вот и оно. Вот и оно, нашел я баклажан. Фрукты, что растут в этих землях, могут иногда быть необычными. Это баклажан, да, кстати. Фрукты. Вижу ягоды. Ягоды, грибы вижу. Фрукты. Так, шишку вижу опять. Так, подождите, фрукты это которые растут на дереве. Да, да, фрукты это да. Овощи это на грядке. Значит, нужно искать, которые на деревьях. Давайте внимательно смотрим. Вот у нас фрукты, допустим. Смотрите, вот фрукты. Фрукты, где-то он тут должен быть. Вот. Баклажан, да, похож, кстати. Так, могила в таком месте. Наверное, здесь похорон кто-то важный. Подождите. Вот могилы. Вот это кости. Это что у нас такое? А, вот и кости. Вот и кости. Подожди, а тут не могила, разве нет? Могила в таком месте находится, где... И могилы. Вот могила, вот, кстати. Вот это топор. Кстати, легкий, да, был. Я думаю, куда сложнее будет. Поселение викингов. Ой, Людка. Ну, блин, давайте для скриншота сделаем. Так, ну поехали. Так, давайте да, я дома сначала для начала открою все. Чтобы было проще. Так, все открыл? Нет, не все. Вот это еще один. Ну и поехали. Это идеальное оружие. С его помощью я проставлю свой рот. Нет, не все открыл. Идеальное оружие. Я прославлю свой рот. Еще... Вот оружие. А, ну, в принципе, легко было, да. Так, что это такое? Это A-Team вообще какой-то? Ему надо подождать, пока воины уйдут, а потом он атакует. Ну, это где-то за деревней, да, я так понял? В лесах он прячется. Ой, волки, смотрите. Надо подождать, потом напасть. Это ты, чувак? Фига себе, он огромный. Жесть. Прячется мистер Беспалевность. Надо похоронить мертвого. Надеюсь, ритуал сработает. Так, вот, вот они. Это вы? Ну, тут, в принципе, легко было догадаться. Типа, ритуал кто делает? Шаманы, шаманы. Извините, малыш, тебе пока нельзя поход с нами. Ой, ну это где-то в селе, это где-то в домах. Надо смотреть. Малыш, тебе нельзя. Со шлемом. Это ты? Это ты. А ну вот и сокровище, смотрите, тут недалеко. Сколько сокровищ у тебя, старик? Ты, наверное, великий воин. Хотя нет, хотя еще в каких-то домах, наверное, еще. Вот старик, нет? Нет. Старик? Чего? Вот старик я вижу, да. Вот сокровища я видел, где они. Вот. Только там... Не, ну я должен сразу, она заметная же должна быть. Ну-ка, подождите. Ну-ка, подождите-ка, подождите-ка. Я просто не вижу даже. Она, по идее, заметная должна, кстати, кучка быть.
Но я ее почему-то не вижу. Какие-то скелеты тут, блин. Шайтаны какие-то. Ковры. Старик. А вот она. Все, блин, я думаю, кстати, она тут куда больше выглядит, чем здесь на самом деле. Вот ковры, кстати, где ковры? Вот. Такие ткани здесь редкость продают. Я возьму все, что есть. Это оно. Я, если честно, даже не знаю, не похоже вообще. Куда я ткнул? Потому что тут, видите, тут какие-то... Не знаю, ну ладно. Не волнуйтесь, ты будешь пировать с богами после того, как я принесу тебя в жертву. Так, может, тут на крайне кого-то жертву приносит? Потому что так-то в домах так... Такими вещами не занимаются. Вот, кстати. Они сжигали же, нет? Нет. Сжигали же мертвых. Или это? Волки. Ну, я понял, буду искать. Так, а волки, кстати, волки. Подождите-ка, подождите-ка. За ним гналась... А, так, за ним гнались волки, и выбора не было. Пришлось спрятаться здесь. Вот волки. А где он спрятался? Где-то он тут спрятался. А, у тебя маленький ты мой такой, бедолага, смотрите. Сидит такой. Это я, кстати, в другой локации видел. Давным-давно его заморозили, поэтому он не восстал вместе с другими остальными. Ну вот, да. Это тут. Тут легко это было догадаться. Так, Мишку же я видел в доме где-то. Да, вот Мишка. Чё, корабль очень одинок? Куробел. Куробел очень одинок. К счастью, у него отличный питомец. Нифига себе, это питомец. Надеюсь, никто не заметил пропажу. А теперь давайте поиграем. Так, детишки. Смотрим. Вот детишки. А, они вон куда нацепили. Нифига себе. Так, что тут? Не волнуйтесь, ты будешь перерывать. Блин, а где это находится, интересно? Пировать. По идее, это где эти шаманы? По идее, здесь это должно быть. И здесь нету нигде. Еще мне так приносит тебя. Рагнарё! Ого-го-го! Май гад! О май гарбал! Очуметь! Очумели летние дожди! Давайте дом я открою. Регнарёк — это еще конец света вроде бы. Называют. Так, я эту штуку использую в ритуалах. В ритуалах. Во. Серьезно? Это так легко? Это так легко работает? Я просто увидел, он тут молится, руки поднял вверх. Ха! Ну, блин. Что-то быстро, что-то медленно находим. Так, защищайте владычицу. Защищайте владычицу, да? Это, подождите, это... А, ну вот, смотрите, вот они летающие. Это здесь она где-то должна быть. Хм, как ты выглядишь? А, серьезно? Я на нее случайно нажал. Нифига себе, тут махач идет, смотрите. Ты правда думаешь, что их можно успокоить, полив водой? Успокоить, полив водой. Тут молится вообще что-то. Вот вода, она, ебой. О нет, мой браслет остался на столике. На столике это в домах где-то.
Браслет, вот я вижу. Вот оно, кстати, да. Помогите! Помогите! Так, подожди, она же вот, вот, бедолага, да. Я видел же ее. Скоро я закопаю свои сокровища. Так, ну, смотреть надо, кто копает сокровища или выкапывает наоборот. Да где-то на стороне, ну, в сторонке, по идее, так думаю, да? Должен быть вот ты. Нет, не ты. Закопаю. Ну, это, по идее, легко. Что у нас висит такое? Есть такое что-нибудь, нет? Нет. Лопата, закопай свои сокровища. Такое ощущение, как будто что-то я где-то видел. Вот как я мог на это случайно наткнуться, а вот на лопату вот, не могу наткнуться. Хотя вот сокровище какое-то, смотрите. Вот оружие, инструменты. Так, дальше. Эти драуги вышли на свидание. Вот это я фиг-то найду, наверное, если честно. А, ну вот, вот, подождите. Это цветы вообще? Я думал, это колчан стрел. Вот драуги. Так, надо смотреть, в руках или что-нибудь. Вот еще. Блин, они по всей карте же это, эти драурги. Офигеть. Ой, глаз зачесался даже. Подождите секунду, ребят. Ой. Ой, а то у меня уже глаза между собой этот. Этим занимаются. Высматривать. Так, тут тоже это что, драурги? Нет, не драурги. Так. А, вот сокровище, кстати. А что там сокровище? Скоро я закопаю свои сокровища. Вот, чувак. А, ну вот, смотрите. Вот он, кстати, копал, да. Отлично. Ой, сейчас. Что-то у меня глазик зачесал, Саш. Честно говоря, я понятия не имею, как чинить руны. О, а руны где-то... Блин, а где-то я вот это точно видел. Либо на другой карте видел. Ух ты, смотрите. Слышите? Слышите? Блин, я вот это точно видел. Вот вам отвечаю, где-то у меня попадалась на глаза вот эта штука. Ой, я сейчас фиг вам скажу, если честно. Ну, я видел ее, я прям 100% видел ее. Честно говоря, я понятия имею, как читать руны. Так, давайте попробуем найти еще какие-то руны рядом, кроме этой. Либо я на другой карте... Вот, вот она. Я же говорю, где-то попадался мне на глаза. Она обижает обоих великанов. Ну, обоих великанов, вот. Раз великан, два великан. Так, подожди. А, вот, вот, два великана еще, смотрите. Она обижает обоих великанов. Где еще великаны? А вот великан еще. Ты че обижаешь? Ты че? Медведи, вот. Предыдущий медведь был, да, где-то тут. Вот, вот медведи, да. Это он? Держи поближе ко мне, все будет в порядке. Подожди, вот медведи. А еще медведи? А вот еще медведь. Три медведя увидел. Где еще медведь? Раз, два, три. Держись поближе ко мне, все будет в порядке. Ну, походу, он кому-то говорит, значит. Вот еще медведь. Четыре медведя мы нашли. Держись поближе ко мне. Блин, я больше не вижу медведей. Где-то вот в этом районе я вангую. А
А, ну вот еще медведи. Вот еще, да. А. Так, ой, лепесток, вы шутите? Как я найду лепесток? Это дерево наверняка было важное. Так, горевшее дерево. Раз, два. Тут вроде ничего не горит. А, ну, по идее, если... Ну, если так, то, по идее, легко. Вот листья, смотрите. Да. Так, забросьте меня на голову вон того великана. Ага, рядом с великаном, значит, где-то. Где же вот это? Эти драуги пошли на свидание. Эти драуги пошли на свидание. А, значит, два драуга где-то. Я понял. И у них что-то свидухи, да? Давайте искать двух отдельных. Вот они. Два отдельных. Я не вижу романтики в их глазах. Во. Ля, я молодец, офигеть. Вот это да. Поняли? Типа, опа, логично, логично это все. Вальхалла. Охереть. Очумели летние дожди. Так, превьюшку сделали. На, я потом просто буду выбирать. Так, я не могу спокойно есть, когда рядом со мной идет бой. Кто дерется? Ага, тут. Тут где-то он тут рядом ночь будет. Внимание. Внимание! Вот она. Так, ну, кстати, большой выглядит. Смотрите, опять, наверное, маленький. Так, воспользуюсь этой штукой, если увижу, кто-то пытается войти в дверь. Дверь? Может, еще какие двери, кроме этих? Нет, только эти. Я вижу. Вот, допустим, увидел. Вот это оно? Нет? А кто следит? Мишки нет, ты ничего не делал? Нет. Если кто-то войдет в дверь. Я просто не вижу, чтобы на шухере еще кто-то стоял, знаете. Я говорю же, вот она опять выглядит большая, но на самом деле, походу, маленькая. Ну, мы ее еще найдем обязательно. Ладно. Так. Он уже давно ждет. Давно ждет. Так, а тут нигде нету. Кстати, золотой тут, может, он где-то тут спрятан быть. Давно ждет. Так, это ты, да? Отлично. Так, есть жирная или есть здоровая. А, есть жирная или есть здоровую пищу. А, вот, кстати, смотрите, вот дверь. Воспользуйтесь этой штукой, если кто-то еще тут пытается войти в дверь. Да это же наша не дверь! Как? Ну, такое себе, если честно, подсказка. Блин, а это где-то на столе. Есть жирные или есть здоровую пищу. Это... Ну, это тупо глаза себе ломать, тупо где-то здесь лежит. Я так сейчас легко пройдусь глазами, взглядом. Но мы еще к этому вернемся. Так. Мой сосед по столу ушел и забыл свой щит.
Просит по столу, мой щит. Вот щит, вижу у него, вот щит. Вот щит, вот щит. А, ну вот, да. Это сокровище дорогого сто... так, это сокровище дорогого как... Дорого как к память. Ча? Это сокровище дорого как к память? К память. Почему тут написано с ошибки? Или это так должно быть написано? К память? Ай-яй-яй-яй. Ну вот сокровище. Вот оно, вот шлем. В принципе, вырисовывается сразу. Да, морковка тут сразу, конечно, так не вырисовывается. Так, надо было одевать синие, как все в округе. Синие-синие. Мед в белом. Кто в синем тут? Вот синие. Синие, подождите, какой синий? Ну, он, по идее, легко должен высматриваться. Где-то тут он. Я думаю. Я просто не вижу прям, чтобы люди прям реальным синим прям нафига народу был. Было где-то вот платье, допустим, раз через раз. Может, стол, походу, где везде, везде синий. Ну, где-то тут, по идее, должен быть, если они тут, нет? Ладно. Так, сразитесь со мной, победитель, получить оружие. О, ты нет. Это на поле боя нужно смотреть. Меч с круглой фигнюшкой, да? Сразитесь со мной. Круглой рукояткой. При первичном осмотре... Вот оно. Оно, оно. Так, сядь на табурет, ты не скажешь... Блин, я немножко подустал. Ой. Так, надо доиграть уже. Сядь на табурет, ты же качаешься на ходу. Сядь на табурет, ты же качаешься на ходу. Я вообще ни одного тубарета не вижу. Вот тубарет, вижу, вижу, бру. Вот два тубарета. И все. Арр. Чаще на ходу. Че? Так, я спрятал свое сокровище под столом. Ой, блин, ну это как с морковкой. Столом. Хотя, может, полегче даже будет. Потому что под столом именно взгляд сюда нужен уже. Ар-ар. Не нашел. Следующий что у нас? Еду. Еда на полу, приманка для насекомых. Еда на полу, приманка для насекомых. Так, стойте. Сокровище я увидел. Опа, это что? Нет, не что показалось, просто. Еда на столу. Вот тут, кстати, вот. Нет, тут нет нигде. Еда на столу. Ой, на полу, вот. Да, кстати, два там. А ну вот он, да. Не та сказка, малыши. Как вообще ты вышел? Сказка?
Нифига себе, кабан, смотрите. Так, ключ Вальхаллы спрятан в необычном месте. Ключ Вальхаллы. Так, а это есть Вальхалла, смотрите. И они хотят попасть в эту Вальхаллу, да? Это он? Под ковриком же ключи прячет, блин. Я что-то у меня был, типа, я же видел коврик до этого. Так, ну что, ребята. Не та сказка, малыш. И па-па-па, и... Рядом выжил не в том месте. Какие у них, блин, я прямо самому. А, ну вот, это... А, вот как это работало. Типа жирное, нежирное, типа... А как, я не знаю, как это должен был догадаться. Так, я, короче, знаете, знаю, что одну механику знаю тут, короче. Если, вот, допустим, я вот тут нашел что-то, вот, допустим, вот морковку, в этой локации, по идее, не должно быть. Тут я, вот, допустим, тут я ничего не находил, я вообще не помню, что я тут находил. Давайте посмотрим. А, тут я находил это, вру, вот. Все, тут, по идее, тоже не должно быть. А, по идее, тут я шлем нашел, да. Тубарет, вот тубарет, кстати. Видите, какой молодцы. Тут, типа, вот такая механика. Это я уже давно уже понял, если честно. Типа, где ты что-то находишь, а в этой локации, и, по идее, больше не должно ничего быть. Вот за столом, вот тут я находил, допустим, вот в этой локации не должно. Тут я что-то находил. Ну-ка, это кто это? Это кто это у нас? Это Олежка Фиаско тут у нас, смотрите. Отлично. Нет, это сказка, малыш. И как ты вообще сюда попал? Может, на столе где ползает? А это? Это кто это? Это саламандра в огне. Вон, чё. А чё, я всё прошёл? Реально, я прошёл викингов всех? Так, какой редактор карт? Казань Викинг. Ой, я все прошел, ребят, Казань Викинг. Фуф, подустал, если честно вам сказать. Уже под конец уже. Легенда Японии мы на завтра, в принципе, перенесем тоже за один присест. Ой, а тут не больше. За один присест попытаемся выполнить. Ребят, с вами был Лайков. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока.